Что ж, доброго времени суток всем. Как мы и обещали, мы начинаем нашу трансляцию «Скорочтение Библии». Это будет на русском языке. Мы будем читать, начиная с книги «Бытие» и так далее, сколько мы будем успевать. Будем читать по две главы. Две главы буду читать я, две главы будет читать моя жена Ирина. Суть этого проекта, того, что мы делаем, просто окунуться в атмосферу Божьего Слова, пропитаться им и заложить хорошее основание для Нового года. Раз мы желаем друг другу с Новым годом, с новым счастьем, то пусть это счастье исходит от Слова Божьего. И Писание говорит, что вера, она от слышания, а слышание, оно приходит от Слова Божьего. Поэтому пускай во время нашего чтения вас... начинается вера, производится вера, вы будете находить эту веру, потому что вы будете слышать Слово Божие. Итак, мы начнем. Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый, и сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладевайте и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Глава вторая. Так совершены небо и земля, и все воинство их.
«И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Евфрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от кости моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Глава 3. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою.
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Глава 4. Адам познал Еву, жену свою, а она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли в дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину: почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего убьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха. Построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Махиаэля. Махиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ады и имя другой Цила. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Наема. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, слушайте голоса моего жены Ламеховой, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз семеро. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив. Потому что говорила она: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, когда начали призывать имя Господа. Глава 5. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 150 лет и родил Еноса. По рождению Еноса Сиф жил 870 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Каинан жил 800
40 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кейнана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Иноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. Глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали уходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце свое. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Иафета. Но земля раслилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возвел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась одними злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, сделал отделение, сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай вот так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю поток воды, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю заветную. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег и всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из котов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе. И будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал». Глава 7. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского и женского пола, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Но и сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег
отвод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноева, во 2-й месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам, и Иофет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ними. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножалась вода, и поднялся ковчег, и он возвысился над землей. Когда же усиливалась и весьма умножалась, вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Глава 8. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который вылетел, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он протер руку свою и взял его и принял его к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года к 1-му дню 1-го месяца иссякла вся вода на земле, и открыл Ной кров ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с тобою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам их вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Глава 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставлю заветную с вами, и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живую, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю заветную с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между всякой плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделан над ним меньше сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскиназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана: Элиса, Фарсис, Китим и Даданим. От тех населились острова народа в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Рех, Аккад и Халне в земле Синнар. Из земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавофир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Мафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские расселились, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Циваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Иверовых, старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Элам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама: Уц, Ху, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Эвера. У Эвера родились два сына, имя одного Фалик, потому что в одни его земля разделена. Ему имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармафева,
и Ореха, Гадорама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Нактана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Глава 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнины и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Выстроим себе город и башни высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башни, которые устроили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. И вот там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Сала Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождению Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родила Авраама, Нахора и Арана, Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Арам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамова и Сара, имя жены Нахорова Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука свой, Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хана, Ханаанскую. Но дошедшие до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и он умер, Фара, в Харане. Глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Поди с земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословлятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам и сказал, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема до Дубравы море. А в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему я отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в земле той, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая.
увидели его, ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараона. Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял была ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, проводили его и жену его, и все, что было у него. Глава 13. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий крупный скот и шатры. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между нами и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму: «После того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Я двинул Авраама, и двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14. «И было во все дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Алаемского, и Фидала, царя Гоимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорламиора, а в 30-м году возмутились. В 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорламиор и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Штеров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве Кириафаиме, Хареев в горе Ихсии, до Эль-Фарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпа, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Амарей, живущих в Хацасон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Афрамилом, царем Синаарским, Ариохом, царем Еласарским. 4 царя против 5. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, живущего в Содоме, и ищущего имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея,
жившего тогда у Дубра в Мамре, Амуриянина, брата Эшколу и брату Анеру, которые были союзниками Авраамовыми. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дедана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорламаара и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шави, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Глава 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю с его владения». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии вдоселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему я даю землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата. Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему. У ней была служанка египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Пойди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агарь, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобой». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в руках твоих, делай с ней все, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Сксуру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет
исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно, я видела здесь и след, вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэрла Хайраи. Он находится между Кадисом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сына своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила ему Измаила. Глава 17. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, которые вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару же твою не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословляю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомство его после него. А об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Глава 18. Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Поспешил Авраам к
в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказал ему, и сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь ее утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок, и я у тебя, буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась и сказала: «Я не смеялась». Ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья по всей земле поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними все, что угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои, ввели Лота к себе в дом и дверь заперли. И людей, бывших с ним при входе в дом, поразили слепотой от малого до большого, так что они измучились, искав входа.
Сказали ему жители Лоту: кто у тебя еще здесь есть? Зять ли, сыновья твои, дочери твои? И кто бы ни был у тебя в городе, выведи всех из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужики по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал: нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать мне в сей город. Он же мал, побегу я туда. Он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот в угодность тебе я сделаю это, и не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дело, которое ты доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сих, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить на горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ними две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, в ту ночь вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вечером, вчера с отцом моим напоим его вином, и в эту ночь ты войди с ними, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, и в эту ночь вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделала обе дочери Лотовы беременными от отца своего, родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, отец моавитян до ныне. Младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, и он отец аммонитян до ныне. Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мной, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится от тебя, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано, призвал всех рабов своих и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают. И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте всем страха Божия, убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой. Когда Бог
повел меня странствовать из дома отца моего, то сказал ей: сделай со мною сию милость. В какое ни придем мы с места, везде говорить обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, отдал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: и вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей твоих пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рожать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Глава 21. И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого взяла ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, 8-й день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын ему. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, смеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его и родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказал Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя, ибо и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь. Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, которую отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец и стадо мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо? Он сказал: 7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратили землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Глава 22. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
«И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взяв в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить отцу, Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвал, и возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его в всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брату сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову, и наложница его именем Риума. Также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Глава 23. Жизнь Сариной была 127 лет, и вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре, оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли, то есть сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал он мне посреди вас и в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которую на нем даю тебе. Пред очами сынов народа моего даю тебе ее. Похорони умершую свою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, и для меня, и для тебя что это? Похорони умершую свою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил слуг сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, которые ходят у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, и во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хеток, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Глава 24. Авраам был уже старый, в летах преклонный, Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку свою под стегно мое».
И клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исаку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стремя Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла наверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды и из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тут смотрел на нее с изумлением, молчанием, желая уразуметь, благословил ли Господь его, путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тут взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки весом 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас есть много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тут и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиною своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда увидел он серьгу и запястье на руках сестры своей, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корм верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказал: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, и серебро, и золото, рабов, и рабыни, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моему сына, которому он отдал все, что у него есть. И взял с меня клятву господину, сказав: «Не бери жены сыну своему, моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мной?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет пред тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей. Когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, которая скажет мне, и ты пей,
и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, почерпнула. И я сказал ей, напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала, пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моего, или нет, скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть она будет женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее, и дал богатые подарки. И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня, господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть будет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся у тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. А Исаак вышел из Беэр-Лахай-Рон, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей и взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Глава 25. И взял Авраам еще жену именем Хиттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Лиюмим. Сыны Медиана Ефа, Ифер, Ханох, Авида и Елгада. Все сии сыны Хиттуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дни жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере у Махпели. На поле Ефрона, сына Цахора, хитиянина, которая против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. И по смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. И Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию, их первенец Измаила, Наваиов. За ним Кидар, Абдиел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и он и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот разословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака.
Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе его стали биться. И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей запятую Исава, и наречено имя ему Иаков. И Исав же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исав любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство своего Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Глава 26. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Абимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дан все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». И Исаак поселился в Герарии. Жители места того спросили о жене его. И он сказал: «Это сестра моя, потому что я боялся сказать, жена моя, потому что, чтобы не убили меня». Думал он, жители места сего, за Ревеку, чтобы она, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Абимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играется с Ревекою, женой своей, и призвал Абимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя. Кажется, сказала она сестра моя». Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Абимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народов не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Абимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к всему человеку, к жене его, тот предан будет смерти». И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Абимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаака в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Исек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал мне пространное место, и мы размножимся на земле».
оттуда перешел на Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопал там, и выкопали там рабы Исаакова колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахусав, друг его, и Фихол, начальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, и делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер-Шива до сего дня. И был Исаак 40 лет, и взял себе жены Иегидуфу, дочь Бера-Хитиянина, и Весимафу, дочь Илона Хитиянина, и они были в тягость и Исааку, и Ревеке. Глава 27. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, принеси мне есть, чтобы я благословил тебя, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека услышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших. Я приготовлю из них отцу твоему кушанье, которое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, отщупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие и неблагословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих, и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взял Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козля. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматый, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество вина и хлеба. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила от меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?»
Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепестал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? И он будет благословен». Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, вот теперь он взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господина над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твои». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли? То к чему мне и жизнь?» Глава 28. И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Фуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, и расплодит тебя, и размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Фуила, арамеянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нава и Офу, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословлятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты им пойдешь, и возвращу тебя в землю сию. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказала тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно место сие! Это не иное чудо, не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возвел елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Глава 29.
«И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец, потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите и пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя, тогда будем мы напоить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревеки. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и целовал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери. Имя старшей – Лия, имя младшей – Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же, взяв дочь свою Лию, и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: «Эй, что ты делал со мной? Не за Рахиль ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «А в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом отдадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему жену. И дал Лаван служанку свою Валву, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь призвал на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять и родила и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». И зачала еще и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сыновей. От сего наречено имя ему Левий». И еще сказала, еще зачала и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. Это глава 30. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Вала, выйди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее». И дала она Валу, служанку свою, в жены ему, и вошел к ней Иаков. Вала зачала и родила Иакову сына. И сказал Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрой моей,
и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, взяла служанку свою Зельфу и дала ее Иакову в жены. И Зельфа, служанка Лиина, родила Иакову сына, и сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Иакову, и сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины», и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоры сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего». Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне, ибо я купила тебе за мандрагора сына моего». И лег он с ней в ту ночь, и услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла имя ему Иссахар». И еще зачала Лия, и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сыновей», и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. И я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал: «Назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал ему Яков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Яков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по слову твоему». И отделил в тот день козлов пёстрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собой и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лавана. И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову. И держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Глава 31. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил себе свое богатство. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: „Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой“. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им: „Я вижу лицо отца вашего.
что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог Отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил Отцу вашему, а Отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал пестрые тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятнике, где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли своей и возвратись в землю родины твоей. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой, все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана армянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ними 7 дней, и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану армянину ночью во сне и сказал ему, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван с родниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружие? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, и с тимпанами, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего... нашего. Вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и сказал, я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственников наших узнавай, что у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И вышедший из шатра Лии вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер и не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобой, ибо у меня обыкновенная женская». И он искал и не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. Начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты смотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил тебе, это был мой убыток. И ты с меня взыскивал днем ли что пропадало, ночью ли что пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал из глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери мои дочери, дети мои дети, скот мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты,
и это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Иаков камень и поставил его памятником, и сказал Иаков родственникам своим, наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галаад. Также Мицпа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя и нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван Иакову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобой. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, и ты не перейдешь ко мне за этот холм, и за этот памятник для зла. Бог Авраамов, Бог Нахоров, да судит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел Лаван, и возвратился Лаван в свое место. Глава 32. А Иаков пошел путем своим, и встретил его ангелы Божьи. Иаков увидел их, сказал, это ополчение Божье, и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сир, в область Едом, и приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни, и послал известить о себе господина моего, дабы приобресть благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ними, скот мелкий, крупный, и верблюдов на 2 стана. И сказал, если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Сава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь и взял из того, что у него было в подарок Исаву брату своему. 200 коз, 200 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных жеребятами, их 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо и сказал рабам своим, «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав, «Когда брат твой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, то скажи, раба твоего Иакова». Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите, вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он в ту ночь лежал в стане, ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв 2 жен своих, и 2 рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел их через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня. Ибо взошла заря, и Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на одно бедро свое. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра
Потому что боровшийся коснулась жилы на составе бедра Иакова. Глава 33. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахии и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди Лию, и детей ее за ним, не Рахиль и Иосифа позади, а сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки, и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошел Иосиф, и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. И сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот день путем своим в Сеир. Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту Сакхов. Иаков возвратился из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Глава 34. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и, увидев ее Сихем, сын Эмора, и Виянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Эмору, отцу своему, говоря: «Возьми мне эту девицу в жены». Иаков слышал, что сын Эмора обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Эмор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Эмор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жены ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе, и живите с нами. Земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вена и дары, и я дам, что не скажете мне. Только отдайте мне девицу жен». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Эмору, отцу его, с лукавством. А говорили ему, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказал: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласны с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей. И будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». И понравились слова сии Эмору и Сихему, сыну Эморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего. И стали говорить жителям города своего и сказали: «Сие люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна перед ними,
станем брать дочери и в жены, и наши дочери, дочерей выдавать за них. Только на том условии, если люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними и будем жить с ними. И послушались Эмора и Сихема, сына его, и все выходящие из ворот гора сего. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящее из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. У самого Эмора и Сихема сына его убили мечом, взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что бесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказав Иакову, Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашу, как с блудницей? Ну что, друзья мои, мы прочитали 34 главы Бытия. Вот за то время, которое мы определили, с 10 до 12, думали, наверное, что будет больше, но сколько получилось, столько получилось. Завтра в то же самое время, в 10 часов вечера по восточноамериканскому времени, мы продолжим с 35 главы Бытия и будем читать дальше. Читаем мы каноническую Библию, это 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Вот. Мы просто читаем, как вы видите, ничего не комментируем, но если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете задавать нам здесь в комментариях или писать мне в личку, и мы будем делать какие-то отдельные программы для того, чтобы ответить на ваши вопросы, потому что, я думаю, вопросов возникает очень много, потому что Библия очень интересная, честная книга, она пишет очень открыто обо всем. Вот я думаю, что каждый из нас даже уже мог увидеть себя даже, да, и адаптировать к тому современному времени, в котором мы живем. Так что мы благодарим вас за внимание. Вот, спасибо всем, где бы вы нас не смотрели, вот, в какой части земного шара. Вот, мы вас любим, благословляем. До встречи завтра. Пока.